сынуля, подращивал, падла такая, да? Ах ты собака. Извини, мама, ну извини, но я всего лишь разочек, 2, 3, 4, 5, 10 раз. И это было совсем немного. Так, приятель, у тебя явно какие-то проблемы. Остановитесь, да? Остановись хоть ненадолго, но в конце концов. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и я приготовил вам просто замечательную игру. Когда я ее увидел, я сразу понял, это для моего канала. Это идет прямиком ко мне в мой качественный контент. Игра называется «Спрячь порнушечку». Порнушечку спрячь, понимаете? Вот сюжет, значит, такой, что наш главный герой с выпученными глазами, как у какающейся, обкакавшейся кошки, значит, он бегает и скрывает следы преступления. Я так понимаю, в офисе от босса, а в спальне от мамки, по-моему, если я не ошибаюсь. Я когда-то чуть видел эту игру. И, в общем-то, под следами преступления вы сами можете прекрасно видеть вот что, что тут. Ну, майонез, понятное дело. Конечно же, рассыпал майонез. Значит, смотрел порнушечку, немножечко теребил свой пеструнчик, немножко теребил, и теперь ему надо это скрывать. Давайте начнем со спальни, мне кажется, это как-то повеселее будет. Итак, приступим. Вот наш главный герой, у нас 30, сука, секунд. И использованные салфетки давай быстренько подбираем. Вот еще использованные салфетки, посмотрите на эти глаза. Кинки Мэг, кинковский Мэг, лосьон для рук, замечательно. Лосьон для рук, это очень... Скейтборд? А чем тебе помешал скейтборд? Не знаю. Так, носок. А, носок, да, конечно, он же носок использовал. Интернет, история браузера. Да, давайте, пожалуй, уберем. Давайте, пожалуй, уберем историю браузера. Тут у нас картриджи, в принципе... Итак, заходит мамка и ловит нас с поличным. Ты что? Потрачивал, сынуля, подрачивал, падла такая, да? Ах ты собака, что тут зависло, я не понимаю. Извини, мама, ну извини, но я всего лишь разочек, 2, 3, 4, 5, 10 раз. И это было совсем недолго. Так, это... А, это магазин, это журнал, интернет. Я думал, это он, Кинки Мак. Я думал, там написано «пошлый журнал». А я думал, это его звать. Так, смотрите, журнальчики, получается, у нас история браузера. Носки, салфетки обдрочены. Ну ты больной ногу. Еее! Да, победа, победа, ребята, что называть. Следующий уровень, поехали дальше. Снова носок, так, теперь, ну, конечно, сметана иногда, ну, любит сметану человек, разливается сметана, что поделать. Давайте это тоже убираем, ручной лосьон тоже убираем, салфетки тоже убираем. Это что такое? А вот это что у тебя такое лежит? Картинки на телефоне, господи, да вы мистер Драчун, вы мистер главный Драчун во вселенной, вы знаете, молодой человек. Сразу видно, что глаза, видите, какие, это не просто так, что там? А, это, по-моему, цитички мы только что видели. Так, я не поняла, кто тут лысого гонял? Это, я так понимаю, далеко не в Хитмана играл, да? Нет, мамка. Нет, мамка, прости, я больше не буду. Вот сейчас только еще разочек, 2, 3, и все, и максимум. Так, давай, вот это тоже собираем. Получается, вот салфетки, да. Почему ты раскидываешь это по всей комнате? Дегенерат ты тупой. Так, давай, по кругу идем. А, и вон носок еще, кстати, между прочим. Я не пойму. И, то есть, если я сейчас оставлю носок, она разозлится, да? Чем не помешал мой сраный носок? Она что, реально заходит и проверяет носки, там, подроченные эти носки или не подроченные, я не понимаю. Ты что, дура, что ли? Ты что, совсем дура? Это какая-то гиперопека, мне кажется, нет? Ну, блин, и мамаша, конечно, тебе попался. А там вот не надо дохлую шлюху, которая утонула, убрать, нет? Я бы не удивился. Так, я... Все? Быстро! О, боже. Ой, вот это надолго, походу. Вот это, походу, надолго. Тут, знаете, тут надо прям по кругу бежать. Ой, блядь, тут носок вот еще... Есть сусписари, что-то сусписари как... Там какое-то сусписари было, подозрительное. А, подозрительная жидкость получается. Подозрительная жидкость. Кто-то у нас тут очень активно потербил. Очень активно потербил какой-то глазастый тупой, блин, дебил, да. И ТВ-порн, господи. И на телефоне, и на телевизоре, и на планшете. Вы представляете, какая-то похотливая мразь. Да я не успеваю, как это сделать? Осталось только ручной лосьон взять. Как успеть это сделать? Я не знаю. Так, да. Да быстрее, хватит кругами на... Дебил он. Он кругами наяривает почему-то, когда ему надо убрать, что он кругами наяривает. У него, походу, мечта, чтобы его по кругу пустили. Он, наверное, об этом и думал в этот момент. Я не знаю. Так, давай, вот. Опять, видите, кругами. Опять жопой поворачивай. Ты что жопой своей поворачиваешься? Ты быстрее давай. Быстрее давай, собирай все. Кинки Мак. Кинки Мак. Получается, это пошлый маг. Пошлый маг какой-то. Гендальф. Гендальф, понимаете, который трусы снимает. Это пошлый маг, наверное. Я не знаю. Так, вот. Хенд лоушен. И сейчас вот так. Таблет Пикс! Пикс там!
Ну ты дурак, что ли? Ты не мог жопой своей прикрыть эти таблет пикс. Ну какой же он тупой, а? Ну почти уже умудрились. Ну почти. Почему зависает? Почему зависает, когда он подбирает предметы, понятно? Давай вот это. Бери. Бери все это. Хватит круги на... Господи, тут прям все... Видите, секунда в секунду сделано. Этот дебил круги наяривает. Некогда нам этим заниматься, понимаешь? Стив Сок, да. Так, сейчас теперь вот здесь. Ага, теперь вот здесь. Я уже заранее чуть-чуть курсор, видите, подубираю. Ну и давай хенд лоушен возьми! Ты же взял хенд лоушен, ты засунул его себе в сраку, идиот! Блин, ну ладно, давай в обратном направлении. Может, оно как-то проще будет, я не знаю. Может, реально в обратном направлении быстрее как-то. Так, ну, давай. Вот, взял. Что ты... А, он взял. Я думал, он уже не взял. Так, все. Теперь вот это. Блин, вы понимаете, что, ну, реально, он столько следов оставляет, этот идиот, что, ну, невозможно ж никак за ним. А, еще, планшетец! Планшетец, возьми планшетец, урод! А, что, где? Что? А что? Я не понимаю, а что еще-то? Журнал, блин, да? Там журнал еще валялся или что? Вот это, подождите, это что такое? ТВ-порн. Ну, ТВ-порн это ТВ-порн, это понятно. Слушайте, я не успеваю заместить свои дрочильные следы, ребята. Ну, никак. Дрочильные следы никак не хотят заметаться, понимаете? Их сильно много. Я немножечко тут перетеребил. Перетеребил немножечко, но это по лицу видно. По лицу его видно, что он немножко перетеребил, да. Так, давай, интернет-хистори. Ну и как бы... Так там пятно же! Там же пятно, там же нас... А, ну то есть, наверное, самое главное надо... Вот это надо поубирать. Там, где сисяндры прям торчат жестко. Вот это надо поубирать, да? Вот это вот уже типа... Это уже срать, да? На это. Пусть будет. Кинки Мак, давай. Ну все, я самое главное убрал. Вот салфетки валяются чуть. Ты что, блин, я не понимаю. Это мамаша какая-то из церковно-приходской школы, что ли, выползла? Или что? Чё ты не даешь... Чё ты не даешь развлекаться ребеночку? Ребеночек хочет немножечко подрочить. Немножечко подрочить хочет этот ребеночек. Ну что ты ему... Что ты к нему прикопалась, а? Он буквально чуть-чуть, понимаешь? Он буквально на пол шишечки слегонца. Так, ну давай вот это вот еще, кинки. Как это работает, я не знаю. То есть, если она смотрит прямо на следы преступления, это считается. Если нет, то не считается, да? Сбоку может торчать какое-то говно, да? Это так получается или как? Я не понимаю. Слушайте, ну мы неплохо справляем. Ой, господи. Приятель, у тебя явно какие-то проблемы. Ты можешь остановишься? Остановитесь, да? Как говорить? Остановись хоть ненадолго, но в конце концов. Но это слишком. Это слишком, парень. Это перебор. Это явный перебор, понимаешь? ТВ-порн. Фу. Зачем одновременно на всех ресурсах-то? Я уже даже... Ребята, я вот здесь вот, я уже даже не знаю конкретно вот куда чего нажимать. То есть, чтобы хоть что-то успеть. У нас очень мало времени. Все мы не успеваем явно убрать, да? Может, носки можно не трогать? Че, им носки помешали, что ли? Подумаешь, носки? Да, ты прямо на кровать ты, конечно, это. Ну, ты дебил. Посмотрите на эту рожу. Слушай, а ты не думал мамашу свою заказать? Нет? Будешь точно так же пятна убирать, только уже от крови на этот раз. А, реально задолбала. У тебя мамаша какая-то конченая, я тебе серьезно говорю. Она прям, знаешь, она прям очень-очень сильно интересуется вот этими твоими делами. Прям перебор, я считаю. Прям перебор для мамаши. Как для мама... Ой, господи. Возьми и носок ей в рот затолкай. Вот она пасть свою открыла. Как раз вот носок туда идеально будет, короче, заходить. Ладно, давайте мы на этом пока закончим. А то у меня уже крыша едет, короче. Не спеша, тихо шифером шурша. Ну, а это падло все равно не останавливается дроша. Поэтому оно все дроша и дроша, понимаете, по полной программе. Поэтому давайте мы на этом, в общем, будем завершать. Вот это замечательная рожа. Прекрасная рожа. Еще одна более прекрасная рожа. Да? Семейка даунов просто. Я думаю, они как-нибудь сами разберутся. А мы пока на этом все. Если понравилось это прекрасное видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.